В Московской области стартовал 4-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Масштабное мероприятие пройдет на базе 25 образовательных организаций Подмосковья. В Люберцах площадкой проведения стал техникум имени Юрия Гагарина. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Я знаю, я не тот, кого ты видела, но за окном это моя слеза. Талантливый и разносторонний Максим в этом году участвует в чемпионате вне конкурса, пока ему нет 18. Однако для него WorldSkills – это отличная возможность набраться опыта в его любимом деле. Парень учится на факультете производства и обслуживания летательных аппаратов. Мое участие в этом конкурсе, даже вне зачета, говорит о том, что я в дальнейшем буду участвовать в WorldSkills. И что мне это интересно, я этим увлекаюсь. Когда-то давно меня дед учил с инструментом работать, отец, потом сам этим увлекался, потом пришел сюда, мне показали, как правильно с инструментом работать. На 4-м региональном чемпионате молодые профессионалы честь Люберец защищают 9 человек. Состязаться в мастерстве ребята будут каждый в своем из 87 направлений на базах 25 образовательных учреждений Подмосковья. В городском округе площадкой для соревнований стал Люберецкий техникум имени Юрия Гагарина. Сюда съехались 15 ребят из Долгопрудного, Луховиц, Жуковского, Москвы, Краснодарского края и Люберец. Мне хотелось бы пожелать вам добиваться своих целей, не сворачивать с выбранного пути. И открывая чемпионат, хотелось бы повторить слова Юрия Гагарина, сказанные им 12 апреля 1961 года. Вы их прекрасно знаете. Поехали! В Люберецком техникуме имени Гагарина торжественно дали старт чемпионату. В течение 4 дней здесь состязаются в 3 соревновательных компетенциях: WorldSkills Junior для школьников, обслуживание авиационной техники и управление беспилотными летательными аппаратами. Все это то, что уже умеют молодые профессионалы. Во-первых, это наша программа обучения. Во-вторых, это индивидуальный подход к студентам, которые проявляют наибольший интерес и готовятся участвовать в соревнованиях. Ну и плюс немаловажно, это наши социальные партнеры, которые нам помогают с практикой, наша практика студентов, ОАО «НПП «Звезда» и КАМОВ, и мельзаводы. И, вероятно, не зря говорят, что практическая часть в обучении – главное. Благодаря полученным навыкам учащиеся Люберецкого техникума из года в год достойно защищают честь не только округа, но и всей страны в целом. Напомню, в 2016-м студент Гагаринского техникума Константин Глинянов стал победителем национального чемпионата WorldSkills Russia в компетенции обслуживания авиационной техники. А в управлении беспилотными летательными аппаратами в 2017 году на всероссийском этапе чемпионата лидером стал люберчанин Петр Чеботарев. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.